Всем привет! Поклонникам активного отдыха очень нравится Мюнезее. Это искусственное озеро, которое за его размеры называют Вестфальским морем. В теплое время года тут можно искупаться, покататься на лодках и парусных яхтах, побродить по лесу, посидеть в уютных кафе. Главное рукотворное украшение озера – это огромная дамба, построенная в 1908-1913 годах. Она прославилась как место действий одного из самых известных операций британских военно-воздушных сил в годы Второй мировой войны. В 1943 году 617-я эскадрилья королевских ВВС осуществила полет на плотину, забросав ее прыгающими бомбами. Вырвавшаяся на волю масса воды обрушилась на близлежащие районы, сметая все на своем пути. Об этих событиях повествует английский фильм «Разрушители плотин». Ну а мы, дорогие, как всегда и сегодня, приглашаем вас с нами поплавать и насладиться умиротворением и красотой, созданной Богом.